it's reaction for people or just every? I think it just does. Timer, right? Uh-huh. No, let me just stay here to show. Он шевелится. Я аж испугалась. Во, какой интересный, хорошенький такой. Ой, смотрите, какой хорошенький. Ой, смотрите, какой классненький. Ой, не могу. Different machine. Huh? Oh, no. Have you ever checked in? Yeah. There's different machine. You want to try? Yeah. Давление. Ой. Давление. Okay. Do that. Ой. Вот зашел. И мой холесенький. А это же эти купоны нанизанные, да. На нем. He has coupons, right? Uh-huh. Купоны нанизанные у него, эти гирлянды из купонов. Ты моя маленькая такая. Он надутый. Это у него этот сверху этот плющ. Ну вот этот волосики. А он там надутый. Там я вижу лампа даже внутри в животе. Какой холёсенький. Я бы такого хотела посадить около дома. Это магазин витаминовый. Не витаминовый, но здесь всё. CVS называется в Америке. Сетевой. Везде. Это наши работники в этих платочках из нефтяных стран приехали. В платочках, видите? А на фармасе. Мы сейчас там витамины покупали, что-то Хазман спросила, она подошла отвечать. А мне прямо, я не расист никто, но когда мне вот эти замотанные в платочках консультируют по медикаментам, меня аж дергает. Биотин взяла. Короче, меня это, вот эти вот, которые боятся открыть голову почему-то. Тем не менее, у них мужья курят наркотики. То есть, говорят, они не пьют в этих странах, да? Не пьют алкоголя, нет у них в этих странах, да? Но есть это вот курево, которое долбёшное. Долбёшное курево. Правильно сказала? Нет, есть такое слово. Часто здесь попадаются. А в билетных кассах тоже они замотаны. В Америке же страшная толерантность, да? И вот это, ну, Ханечка, you got? Ханька пошел, взял купоны. Он часто отоваривается в этом, в этих магазинах. Опять этот красавец. Это моя халюся такая, разводит руками. And... Ага. Вот. Это эластики всякие. Ну, в общем, он аптечный, этот магазин в основном аптечный. Ручка на ванну. Кстати, не держится, она не очень держится. Но она там вакуумная какая-то, да? Ручка на ванну. Для стариков, чтобы держались. Я привозила матушке в русскую ванну. Не держится она на... Я не помню. Да, на кафель же, да? На стену. Не держится она. Это палка складная. Ой, ну его нафиг, смотрите. Еще эти дела, девочки. Инвалидные, да?
Пошли смотреть виноводку. Где сконцтовар? Виноводку лучше. Здесь продается вино тоже. В оптичном магазине продается вино. В Америке открытки, да? Открытки. Страшно по теме. Вот если человек любит собак, или у него такая собака, ему именно открытку такую еще вчитывают все, что написано, и ничего не пишут. Раньше писали, сейчас ничего не пишут внутри. Иногда бывает, что вообще ничего не пишут. Ну, пишет там Люси вот с этим, с любовью от Джона, да? И все, то есть пожелания не пишут. Перестали писать, потому что оно уже в открытке написано, да? Вот, но к этому, к открытке они относятся очень скрупулезно, что там изображено. Страшное дело, должно соответствовать. Изображено и что написано. Это очень важно. Что на ней написано. Сколько они стоят? $5, $10. Такие есть приличные. $3, $4. Вот. Так, это собаки. Еда для собак. Так. Массажер. Молоточек отбивной. Отбивать спину. Фонтанчики эти вот. Будет журчать на всю квартиру. $6.97 фонтанчик журчащий. Часы с птицами. $25. А что, они кричат? Или они просто показывают время? Нет, они не кричат. За $25 я не думаю. Надо прочитать. Ой, Господи. Так. Чего тут только нет? Пледы. Похоже, что это саунс со звуком, эти часы. When room is dark. Когда комната темная. А при чем здесь... Yeah, why room is dark? You can learn. It's like the blue jay here. Yeah, I understand. At 3 o'clock you know it's the blue jay. Yeah. So when you're out in the woods, you understand it's a blue jay you hear. Yes, but why room should be dark? I don't understand. Мы поняли, если в комнате темно, тогда они будут петь каждый час, эти птички. А если уже светло днем, то они не будут петь. Поняли, да? То есть в 3 часа ночи запоет вот это. В 4 часа ночи это запоет и так далее. В час ночи и так далее. Короче, ночью у вас раз будет. Так all night you will not sleep, right? Микки Маус на тосте. Тост с Микки Маусом. Yeah, okay. That's a cardinal, of course. Uh-huh. Это мини-грил. $40. $40 мини-грил такой дорогой. Вообще CVS магазин. Он тапки. Вот у нас такое вообще не идет во Флориде. Ну, кто-то может покупает. Не знаю. Это очень теплый. А тапки сколько? $13 в этом. В... Эти $15. В CVS и Walgreens, вот эти аптечные магазины, их называют, да? Дороговато все. И те же витамины, то есть дороговато, но дороже, чем в обычных магазинах. Поэтому, ну, может быть, потому что это не специальный магазин. То есть, пойди там, где грили эти продаются, там и выберешь. Да нет, смотря в какой магазин. Ой, какие высокие. So tall dolls, right? How long was the needle in mine? Do you see how tall? Ванькин. Чего они такие высокие куклы? Да страшненькие какие-то. Ну, страшненькие какие-то. Так, ладно. Они взял этот, пошел, взял. Купоны. Он часто пользуется этим магазином. Говорит, а я забыл выкрутить купоны. Пошел, набил, показал карту магазина. Ему выдали эти купоны в ленту. Ну, чтобы он покупал больше здесь, да? Знаете, да, для чего существуют купоны? О! Ой, лизард.
Funny. Мама. Ящерица, видели? Ага. Ящерица у нас повсеместно, но в магазинах обычно не бывает. Случайно забежала. Я не менеджер. Вот Elf косметика, но я ее что-то никогда не помню, чтобы что-то там было хорошее в этих эльфах косметики. Ну, очки у нас круглый год, знаете, да? Потому что у нас жарко. И сегодня у нас ноябрь. Ноябрь 17-го. И температура 22 градуса. Вот. Ну. It's already scanned, but... Uh-huh. And you can print the label if you need to. Oh, okay. Ну да, scan machine. Check price machine. Scan. Scan machine. Видите, елка с потолка у них. Там шире, а тут уже. Over there. Let's go take. Мы узнали, что одну купи эту витамину. Биотин. А вторую возьми за бесплатно. Написано. Ну, yeah. Three, 19. Uh-huh. Honey, I don't have a...